Первоначально мы отбиваем центр плитки между бра. А также центруем плитку по центру окна, чтобы все было симметрично. После чего начинаем укладку плиткой. Отбив вертикаль лазером, прикладываем правило для укладки по горизонту. А также не забываем про вертикаль. Таким образом, горизонт и вертикаль не отклоняются от уровня. Со второй стороны душевой кабинки мы заводим угол для симметрии с первой. Затем шпаклюем край примыкания плитки. Изготавливаем малочку под размер мозаики и проходим ей по горизонту плитки. Такой маяк нам позволит повторить поверхность плитки, после чего мы с легкостью все оштукатуриваем. Затем оштукатуриваем фриз. Делаем малочку под мозаику и снимаем ей лишнее. После чего производим укладку мозаикой. Далее мы делаем раскладку мозаики на поддон душевой кабинки. Здесь мы видим, что целый элемент камня не ложится, и мы его подрезаем по краям. Тем самым добиваемся нужного нам результата. А другую сторону дублируем с первой. После чего все убираем.
и грунтуем поверхность основы. Далее мы наносим белый клей на основу поддона. И кладем мозаику. В последующем тщательно укатываем ее. Далее делаем разметку на стене. Наносим клей. И начинаем укладку мозаики. Мозаика должна ложиться ровно по лазеру. И совпадать с зазором пола. Таким образом мы продолжаем дальнейшую укладку.
также не забываем корректировать. Через пару часов крестики желательно убрать. Выдвигаем дверную коробку на толщину уложенной плитки. Выставляем ее таким образом, чтобы дверь была в одной плоскости с плиткой. Затем крепим дверную коробку анкером к проему двери. После чего запениваем пространство между коробкой и дверным проемом. Потом делаем замеры между уложенной плитки и дверной коробки. Вырезаем ее по размеру и производим укладку плитки. Для точной плоскости пользуемся системой выравнивания плитки. Зазор между плитки и дверной коробки составляет 1,5 мм. Далее покажем вам, как можно сделать подготовку в 1 мм. Снимаем край плитки в нужный нам размер черепашкой. Затем аккуратно производим распил плитки в 1 мм с супер тонким алмазным диском. Добиваясь этим точного размера, а также фиксируем плитку клиньями. Таким образом происходит дальнейшая подгонка плитки дверной коробки, так как дверь без обналички. Обработав тщательно поверхность плитки мыльной водой, наносим силиконовую затирку. После чего лишнее снимаем резиновым шпателем. Таким образом стена получается в одной плоскости.
Спасибо за внимание.